Проснулся я поздно, после полудня. В доме было тихо, даже слишком. Опять прогулял школу. Ну и черт с ним. Ведь сейчас речь идет о моей жизни. Или я все слишком драматизирую? Я вышел на кухню и застыл в ступоре. Голова была тяжелая, мысли путались. Сейчас бы поспать минуток этак 600. Стакан холодной воды несколько привел меня в чувство. Глянул на себя в зеркало. Фингал, как ни странно, прошел. Я проверил все окна и двери. Надежно заперты, как и вчера. В прихожей лежала записка от Химицу. Волновалась бла-бла, следую после школы еще бла-бла-бла. Нет уж, спасибо, не надо. Пожалуй, за все мои 18 лет я впервые оказался в подобной ситуации. Переезд в Японию в раннем детстве, трудности адаптации, смерть родителей. Все это тяжело, но воспринималось больше как судьба, нежели как результат чьих-то злонамеренных действий. Сейчас же все иначе, ведь что-то угрожает именно мне. Кто-то меня предупреждает, предостерегает, искренне или нет. На какой интерес могу представить лично я? Для кого? И тут меня осенило. Действительно, сам по себе я вряд ли кому-то интересен. Но дело может быть в моих родителях. В конце концов, они эмигрировали с СССР. Работали на Kobayashi Corporation. Да и говорили вчера по-русски. Голос был, конечно, изменен, но явно без акцента. Не знаю точно, чем занимались родители, но вполне возможно чем-то серьезным. В горло подступил комок. Ведь за такое могут и убить. И самое обидное ведь, что я ничего об их работе не знаю. Только вот кто мне поверит? Надо было срочно что-то делать. Я достал старую записную книжку отца и принялся искать телефоны его знакомых с работы. Кого-то я видел лично, про кого-то слышал. В любом случае, все лучше, чем просто сидеть и ждать. «Добрый день! Меня зовут Анохин Николай. Я...» Первый десяток номеров неудачи. Тут уже не работал по старому адресу. Где-то просто не брали трубку. А один вообще умер. Я перевернул страницу. Ровным твердым почерком отца был написан номер и под ним два слова. «Ичиносы-сан». Ичиносы. Где-то я слышал уже эту фамилию. Длинные гудки. Один, второй. На десятом я уже был собирался повесить трубку. Но на том конце раздался знакомый старческий голос. Алло? И тут я вспомнил. Этот Ичиносы-сан часто захаживал к нам, когда я был моложе. Всегда вежливый, приятный, добродушный старичок. Он приносил мне конфеты, с интересом расспрашивал про школу и мое увлечение. А потом они с отцом подолгу сидели в саду, много курили и с важным видом разговаривали о чем-то. «Добрый день, меня зовут Анохин Николай, и я...» «О, Николай-кун!» Перебил он меня. «Давно не виделись, как у тебя дела?» «Нормально», — дежурно ответил я. Ну не вываливать же на него разом все, что со мной приключилось за последнее время. Жаль твоих родителей. Голос трубки погрустнел. Кажется, Чиносы-сан был на похоронах. Спасибо. На самом деле я поэтому и звоню. Ну не в прямом смысле, конечно. Я замолчал на секунду. Извините, немного волнуюсь. Вы не могли бы рассказать про работу отца? Я знаю, что он работал инженером, но чем конкретно он занимался? Что-то случилось? Почему ты вдруг этим интересуешься? Именно сейчас? По правде говоря, да, но это не важно. Почему не важно? Ты не можешь рассказать? Нет, конечно могу, но только... А с какой вообще стати я должен ему доверять?
Только потому, что он пару раз приходил к нам и был приветлив со мной? Так расскажете или нет? Неужели это какая-то тайна? Не тайна. Просто там не все так просто. Да я понял, что непросто. Уже не ребенок. Буркнул я в ответ. Так что случилось? Приходили люди и спрашивали про отца, про его работу. Соврал я. Спрашивали про работу. Неопределенно протянул ученосы. И что именно? Не знаю. То есть, я ничего им не сказал, потому что сам ничего не знаю. А как спрашивали? В смысле? Ну, в каком тоне? Вот теперь я был точно уверен, что он знает гораздо больше, чем говорит. Более того, ченосы как будто чего-то боится. У меня есть повод для опасений? Это тебе виднее. Ответил он холодно. Если б я что-то знал, то не стал бы вам звонить, верно? Николай, не стоит тебе в это лезть. Почему? Вы что-то знаете? Говорите. Ведь это меня касается. Нет, тебя это как раз не касается. Если будешь сидеть смирно, все будет в порядке. Но... Я все сказал. Не звони больше сюда. Теперь короткие гудки. Все будет в порядке. Ага, как же. С другой стороны, ему можно сказать спасибо хотя бы за то, что косвенно он подтвердил мои опасения. Дело в моем отце. Я собрался с мыслями и попытался вспомнить все, что он рассказывал о своей работе. Инженер. А что делают инженеры? Строят? Вернее, проектируют? Господи. Да мне тогда 16 было. Какое дело пацану в этом возрасте до таких мелочей? Главное, чтобы деньги давали, да в семье было все хорошо. Однако я был точно уверен, что отец не занимался именно строительством. Может быть, оборонка? Работал на военных? Хотя мне с того, что... Я ведь все равно, ровным счетом, ничего не знаю про его работу. Если это вообще не чей-то дурной розыгрыш. Стрелка часов уверенно приближалась к 3, а я даже не завтракал. Да и скоро Химицу должна прийти. Записка ясно давала это понять. Надоело, она же мне не мать в конце концов. Конечно, таких мыслей становилось несколько совестно. Как бы там ни было, мне просто необходимо было проветриться. От обеда я решил в своем любимом баре. Пусть вчера там со мной приключился неприятный инцидент. Колокольчик на дверь задорно прозвенел, но никто из немногочисленных посетителей не обратил на меня внимания. Только бармен привычно улыбнулся и помахал рукой. О, Колян! Что ты последний влень к нам зачастил? Не то чтобы я не рад, просто после вчерашнего. Я остановился перед барной стойкой, не зная, что сказать. Нет, обида на него уже прошла, в конце концов. У каждого своя жизнь и своя работа. Тебе как обычно? Нет, я пообедать зашел. Ясно. И что будешь? Не знаю, давай бифштекс, наверное. Будет сделано. Бармен смог почти полностью скопировать японскую манеру обращения к гостям, но извратил ее на свой манер, и в итоге стал больше походить на чересчур добродушного владельца средневековой харчевни. Я сел за столик и погрузился в свои мысли. Бифштекс оказался ожидаемо неплохим. В порядке здесь было не только с пивом, но и с кухней. Я лениво ковырял в зубах зубочисткой, когда колокольчик над дверью вновь взрился приятным звоном, повещая нового посетителя. На пороге стоял Майкл. Вот никак не ожидал его здесь увидеть. Хотя почему? Он заметил меня и сел за мой стол. К нам тут же подскочил бармен и положил перед ним меню. Твой друг, Николя?
мерзко протянул он по-русски на французский манер. «Да, типа того, одноклассник», — ответил я на японском. «Что будете, господин?» «Никак не могу понять, его поведение меня больше раздражает или забавляет?» «Только кофе». «Сию минуту», — пропел бармен и убежал за стойку. «Уроки закончились?» «Да». «А тебя на них не было?» «Да, разбирался с делами, скажем так. Я знаю Майкла вот уже 2.5 года. Он американец, его родители тоже достаточно давно работают в Японии. Мы никогда не были особо близки, однако своей серьезностью и не по годам взрослым отношением к жизни он вызывал у меня определенное уважение. Можно сказать, полную противоположность Кёсуке». «Я так понимаю, что у тебя нет желания рассказывать?» «Да не особо». «Тут ребята с правильного класса хвастались, что вчера намыли шею кому-то». «Ну и?» Раздраженно огрызнулся я. По Майку сложно было понять, намекает он на меня или просто делится школьными байками. «И ничего про это не слышал?» «Нет». «Ясно». Он продолжил пить кофе, смотря куда-то мимо меня. Вот уж по что я бываю молчаливым. Но Майкл... Неужели ему сейчас комфортно? «Ну и что там? В школе?» «Да, как обычно». «А как там Кэтрин?» Вопрос сам сорвался с языка. Ведь я о ней даже сегодня не вспоминал. Майкл поставил чашку на стол и пристально уставился на меня. «Не знаю. Я ведь с ней не знаком». «А, ну да. Мы тогда были в разных классах». Он продолжал как-то странно смотреть на меня. «Что? Между вами что-то было? Ты ведь наверняка уже все узнал у Кёски. Но сейчас я тебя спрашиваю». «Ну, было. Да, да, типа того. Давно, правда? А сейчас?» «А сейчас ничего». «Понятно. Интересуешься потому, что вы с ней из одной страны?» «Просто интересуюсь. А почему она перевелась именно в нашу школу?» «Не знаю, у нее спроси». Меня уже окончательно достал этот вопрос, хотя чаще задавал его себе сам. «Ты не думал, что не просто так?» «Думал я, не думал. Какая разница? Ты ее не знаешь, с ней думать бесполезно». «Извини, я не хотел тебя расстраивать». «Да при чем тут ты? Просто есть дела поважнее». Майкл все время говорил таким ровным, спокойным голосом, что меня это уже начало доставать. «Если ему действительно нет дела, к чему все эти вопросы? И вообще, не самая приятная тема». «Прости. Я не знал, что у вас все еще...» Он демонстративно кашлянул. «Что для тебя это неприятный разговор?» «А мог бы догадаться». «А да вот, представь себе». Хотел сбросить деньги на стол и уйти. Однако у меня и так мало друзей. А для Майкла такое поведение в целом нормально. Про меня в школе не спрашивали? «Я ничего такого не слышал». «Ну ясно. А у тебя вообще как дела?» «Неплохо. Только совсем свободного времени нет. Готовлюсь к поступлению». «Поступлению», — протянул я. «И куда собираешься?» «Скорее всего, вернусь в США». «Что, тут надоело?» — усмехнулся я. «Просто там лучше высшее образование», — ответил Майкл спокойно. Его слова меня задели, ведь у меня и выбора особого нет. А даже если бы я хотел, с такими оценками мне светит только минимальная зарплата на низкоквалифицированной работе. Наш разговор не задался с самого начала. «Ладно, я пойду, наверное. Завтра в школе увидимся». «Пока», — сказал он тем же тоном. Я помахал бармену на прощание и вышел. Если бы я сейчас был на суде, то Майкл бы прекрасно подошел на роль обвинителя. Строгий, холодный, беспристрастный, оперирует только фактами.
И каковы тогда мои шансы, если я выхожу из себя по любому поводу? Я бесцельно слонялся по городу. Улицы сменялись одна другой, квартал следовал за кварталом. Кажется, тут и я еще никогда не был. Вот ведь забавно. Токио, конечно, гораздо больше моего родного города, но тогда в детстве мне все казалось огромным. Квартира, двор, детский сад, магазин напротив. И по памяти я мог без проблем сравнить этот пятачок жизни маленького человека с многомиллионным мегаполисом. Наверное, мне легко жилось в толпе вечно куда-то бегущих незнакомцев. Иногда я шел с ними в одну сторону, точно попадая в шаг, иногда против течения. Они не обращали на меня внимания, считали за своего, и слава богу. Наверное, именно благодаря этой способности я заметил, что за мной кто-то следит. Конечно, часто бывает так, что вам с человеком просто по пути. Один поворот, два, переход, ладно, все в порядке. Но когда ты просто слоняешься по улицам, а кто-то неотвратно следует за тобой по пятам, понимаешь, что это явно не совпадение. Я прибавил ходу, перебежал улицу на красный, свернул в переулок, быстро прошел его. Теперь есть два варианта. Либо у меня паранойя, либо удалось оторваться. Я сделал вид, что смотрю телевизор в витрине магазина электроники. Прошло по крайней мере минут 5, но таинственный преследователь не объявлялся. Ну все, окончательно крыша поехала. Сейчас бы выпить успокоительного или просто выпить. Но ведь мне не показалось. Я уверен, что за мной кто-то следил. Кто и зачем? Вопрос другой. Может быть, рановато я успокоился и стоит проверить еще раз? В любом случае, попытка не пытка. А если за мной следит профессионал, то он не позволит, чтобы его так просто раскрыли два раза подряд. Я зашел в магазин одежды и максимально быстро купил яркую ветровку и кепку, убедившись, что за мной с улицы никто не наблюдает. Хочешь что-то спрятать, спрячь это на виду. Этот принцип действует и в толпе. Я шмыгнул в один из многочисленных переулков, быстро накинул куртку и напялил кепку. Пакет, в котором они лежали, засунул за водосточную трубу и бегом бросился к следующей улице. Остановился за углом возле газетного прилавка и натянул козырек кепки на глаза, постоянно поглядывая по сторонам. И действительно, вскоре вдалеке появилась уже знакомая фигура. Разумно не идти след в след, а обойтись соседним переулком. Я взвернулся полоборота, вжал голову в плечи и даже немного присел, стараясь казаться ниже ростом. Мой преследователь быстро смотрел по сторонам, явно потерял меня из виду. Однако мимо газетного киоска он прошел, даже не обратив внимания на парня в яркой ветровке. Я последовал за ним. Мужик средних лет, вне по сезону в теплом плаще, темных брюках и черных ботинках. С виду типичный конторский служащий. Он остановился на перекрестке, огляделся по сторонам и громко вздохнул. Я стоял сзади него буквально паре метров. «Вы кого-то потеряли?» Наконец решился я. «А?» Он резко обернулся и ошалел уставился на меня. «Нет, все в порядке». Лицо его тотчас приняло бесстрастное выражение. И незнакомец собрался уходить. «Зачем вы следили за мной?» «За вами? Я ни за кем не следил». Самообладание вернулось к нему в мгновение ока. «Я должен был здесь встретиться кое с кем, но он, похоже, уже не придет». «Кое с кем? Это со мной?» «Молодой человек». Он смирил меня взглядом и продолжил холодно. «Я вас впервые вижу». «Зачем же тогда следить за тем, кого впервые видишь?» «Мне пора». Я не стал восстанавливать. Вот еще не хватало. Однако час от часу не легче. Записки, звонки, тайны прошлого моей семьи, а теперь и слежка. Радует хотя бы то, что пока жив. У меня вырвался нервный смешок. Проходящие мимо школьницы испуганно зашептались. «Нет уж, пора с этим кончать. Завтра же позвоню бабушке с дедушкой».
Уже сытемно я оказался возле музыкального клуба, который захожу время от времени на концерты местных андеграундных групп. Если днем в Токио было еще по-летнему тепло, то вечера становились все холоднее и холоднее. Я поплотнее закутался в ветровку и поежился. Отсюда до дома далековато, а значит, можно зайти погреться. Внутри было достаточно многолюдно. Коромыслом стоял сигаретный дым, а воздух был пропитан пряным запахом дешевого пива, саке, виски и бог знает чего еще. По правде говоря, угар не входил сегодня в мои планы. Ну как тут устоять? Я взял в баре кружку пива и протиснулся поближе к сцене. Первая группа играла незамысловатый хэви. Японские команды в подобных стилях не старались изобрести велосипед и просто слепо копировали западных мэтров. Кто-то лучше, кто-то хуже. Этим вот удавалось так себе, поэтому большинство зрителей занимались чем угодно, кроме прослушивания музыки. Горе-металлисты просто не могли не обратить на это внимания и под конец выступления совсем сникли, стараясь лишь окончательно не облажаться. Впрочем, не мне судить. Со своими навыками игры на басу я и так не смогу. Следующая команда была одета по моде 70-х, так что явно следовало ожидать какого-то нафталинового рока, и я отправился слоняться по клубу. Хоть я и бывал здесь время от времени, но так и не завел никаких знакомств. Обычно просто стоял сам по себе и хлестал пиво. Зарубежных звезд здесь ждать не стоило, а местные команды мне были известны поскольку, скорее как способ сказать еще один скучный вечерок. Я вспомню, как разок привел сюда Кэтрин, но ей совершенно не понравилось. Химицу же почему-то наотрез отказывалась ходить на концерты. В углу обжималась молодая парочка. Я долго смотрел на них и внезапно почувствовал отвращение. Нет, так нельзя. Пусть сегодня спокойно отдохну. Я метнулся к бару и загрузил сходу 3 стопки виски. Взял еще одну кружку пива и уже куда менее уверенной походкой направился назад в гущу зрителей. Старперы уже закончили играть, и сцену оккупировали какие-то глэм-рокеры, настраивающие аппарат. «Ну давай, жги!» Заорал я. Парень, стоящий рядом, покосился в мою сторону и сказал: «Зажжем, не волнуйся!» «Такая это... ты тоже играешь, что ли?» «А то! А почему не на сцене? Вон они все настраиваются». «Мне настройка не нужна, я всегда настроен». Он поправил темные очки. «Зачем они ему в помещении? Увидимся!» Бросил парень и скрылся за дверью гримерку. В клубе погас свет, и из динамиков донеслись первые гитарные аккорды. Раздался микрофон знакомый голос, и софиты ярко засияли. Посреди сцены стоял Эли с гитарой в достаточно странном прикиде. Да не просто стояла, а пела и играла. «Вот такого меня жизнь не готовила», — сказал я вслух, но из-за громыхающей музыки меня никто не услышал. На ум сразу пришел вчерашний случай в старом музыкальном классе. Богатый уже жиру бесится. Ладно, просто принчать на досуге. Но такое... Я прислушался. Однако играли они вполне пристойно. Не зря их поставили хедлайнерами. Публике такая музыка тоже явно пришлась по душе. Первая песня закончилась. И Элли прокричал в микрофон «Спасибо!», а затем окинул взглядом зал, остановившись на секунду на мне. «Заметила?» Судя по удивленному и даже слегка смущенному выражению лица, да. «Ну а что?» «Неужели она надеялась, что никто не узнает, что образцовая ученица, благовоспитанная леди днем, ночью превращается в королеву токийской глэм-сцены?» «Хе-хе-хе!» усмехнулся я. «Запал на нее?»
А ты как тут оказался? Рядом опять стоял этот странный парень, клавишник Z-Fields. Только что ведь на сцене был. С ней придется постараться. Да ничего я такого. Просто она в моей школе учится. Мы немного знакомы. О, вот как? Он сверкнул глазами из-под очков. И что за название такое дурацкое? Z-Field. Считается Z-Fields. Как название робота в аниме. Ну это ты... Ты же знаешь. Я скептически посмотрел на него. Чтобы привлечь аудиторию. Судя по забитому битком залу, с аудиторией у них проблем не было. По крайней мере, на таком уровне. Публика пришла в движение в ожидании следующей песни. И через мгновение мой собеседник вновь оказался на сцене за своим инструментом. Они играли что-то вроде баллады. Или все время бросал в мою сторону гневные взгляды. Ну конечно, я же специально сюда пришел, чтобы отвлекать ее от выступления. Как бы там ни было, голос у него приятный, да и играет хорошо. Может быть талант, но все-таки добиться подобного, имея кучу обязанностей и ответственности, будучи отпуском уважаемого семейства, время-то не резиновое. У меня не было никаких обязанностей, никакой ответственности. А научился лишь играть пару-тройку песен по табулаторам. Я как-то внезапно зауважал ее, и чтобы не смущать еще больше, отошел подальше от сцены. Прислонился к стене так, чтобы Эри не было меня видно. У нее без тебя хуже получается. Злость придает сил. Да чтоб тебя! Вы же сейчас играете! Вот прям в данный момент! Данный момент соло! Этот парень уже начал меня доставать, и я вернулся к сцене. Эли, завидев меня, не попала по струнам. Из динамиков в зал послышался металлический лязг. Интересно, меня теперь не линчуют ли фанаты или прислуга? Однако девочка быстро пришла в себя и продолжила играть, как ни в чем не бывало. Но вот песня подошла к концу, а перед началом следующей Эли еле заметно погрозил мне пальцем со сцены. Нет, ну это уже просто абсурд. В чем я виноват? У нее что, фиксация? Я демонстративно не смотрел на нее, изучая остальных участников Z-Fields. Басист выглядел достаточно обычно, даже слишком. С учетом стиля, стоило ожидать большего эпатажа в одежде. Впрочем, играл он гораздо лучше меня. Не знаю, сколько бы мне понадобилось времени, чтобы так же чисто сыграть его партии. Барабанщика было плохо видно с установкой, а с клавишником я был уже, к сожалению, знаком. Оказалось, что это их последняя песня. Зрители требовали бис, но группа быстро скрылась за кулисами. Может быть, у них просто недостаточно материала? А что буду дальше делать я? С одной стороны, мне хотелось поговорить с Эри, сказать, что мне понравилась ее музыка. С другой, не будет ли это звучать просто как дежурный комплимент? К тому же, она явно была не рада видеть меня на своем концерте. Пока я раздумывал, публика уже начала расходиться, а Z-Fields так и не появились из гримерки. Наверное, ушли через черный ход. Ну и ладно, все равно мне особенно нечего ей сказать. Хотя я был благодарен Эли за то, что ее музыка дала мне возможность хоть ненадолго отвлечься от своих проблем. Клуб почти полностью опустел, а я просто стоял посредине танцпола в каком-то ступоре, погруженный в собственные мысли. Обычно я уходил до окончания концерта при поднятом настроении, не дожидаясь горького послевкусия закончившегося веселья. То ли на улице потеплело, то ли меня согрел алкоголь. А до дома я дошел как-то уж чересчур быстро. Под дверью лежала очередная записка от Химицу. Теперь-то она вполне могла открыть своими ключами.
потому что я не заперся изнутри. Приготовить мне ужин и ждать. Как вчера. Впрочем, по тексту записки было понятно, что на это не стоило даже и рассчитывать. Ну она что, думает, я тут просто развлекаюсь? Записка, тайны, слежка. Если я не могу ей обо всем рассказать, это не значит, что не хочу. Ну, был я на концерте, что такого? Надо же иногда культурно отдыхать. Конечно, Химицу ни в чем не виновата. Просто мне надоело ее постоянно неуместное беспокойство. В последнее время все чаще и чаще я ощущал себя словно в клетке, находясь рядом с ней. Дети вырастают и становятся самостоятельными, а мне погибших родителей заменила именно Химицу. И по факту моей жизни мало что изменилось. Но воспринимать все это как должное. Неужели я совсем ей не благодарен? Судя по этой записке, она не просто расстроилась, а еще и обиделась. Может быть, хотя бы ей позвонить? Не нужно подробностей, просто сказать, что со мной все в порядке. Конечно, я мог бы и зайти, но уже поздно, от меня разит алкоголем, да и звонка в данной ситуации будет вполне достаточно. Я набрал знакомый с детства номер. Практически сразу в трубке послышался ее голос. Алло, Никакун? Вот чего-то такого я и ожидал. Привет. Извини, что сегодня пропал. На другом конце провода молчание. Ты ведь не поверишь, если я скажу, что у меня были дела. А это правда? Я тяжело вздохнул. Не больно от того, что ты от меня что-то скрываешь? Даже если скрываю, на то есть причины. Но я ведь ничего не скрываю. Глупый смех, казалось, разрядит ситуацию. Если что, ты знаешь, что я всегда рядом. Ладно, увидимся завтра в школе. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Я повесил трубку и задумался. Может быть, правда ей все рассказать? Конечно, Химицу вряд ли чем-то сможет помочь. Но так хотя бы не останусь один на один со своими проблемами. Я пристально смотрел на телефон и уже собирался идти спать, как вдруг он зазвонил сам. Опять Химицу? Что-то забыла? Да, привет. На автомате начал я. Ну правда, кто еще мне будет звонить в такой час? Кто еще мне будет звонить, в принципе? Николай! Однако я ошибался, это был Ичиноса-сан. Ичиноса-сан, я вас слушаю. Николай, я долго думал, звонить тебе или нет. Ведь утром я сам тебе сказал не лезть во все это. Но, понимаешь, я многим обязан твоему отцу. И раз его больше нет с нами, должен вернуть долг хотя бы его сыну. Я просто не знал, что сказать. Ты меня слушаешь? Да-да, конечно, внимательно слушаю. Я сам знаю не так много. Не думаю, что много знал и твой отец. Но есть один человек. Запиши. Нет, лучше запомни его имя. Акира Синзи. Он работал вместе со мной и твоим отцом, но его уволили, и теперь у него небольшой ресторанчик где-то на набережной. Ичиноса замолчал на мгновение и торопливо продолжил. Николай, я не знаю, грозит ли тебе опасность, но, пожалуйста, будь осторожен. Ичиноса-сан, на какой именно набережной? В Токио их много, да и имя уж больно распространенное. Я не могу, мне пора, береги себя. И повесил трубку. Он явно чего-то боится. Боится, но все-таки позвонил мне, предупредил и даже дал наводку. Хотя одного имени может оказаться недостаточно. Почему-то я совсем не ощущал страха.
скорее какой-то безбашенный азарт и кураж. Наверное, из-за количества выпитого перед этим. Буквально сразу после разговора с Ченосы меня начало ужасно клонить сон. И я отключился, еле добравшись до кровати.